увидели. Нет, 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 я объясню то, что вы сделали акцент на то, что там человек лежал совсем опрятный, и это он лежал там конкретно в... За павильоном. Ну, за павильоном, то, что из чего делается этот зеленый рынок, вот в этих вот остатках от зеленого рынка. Он скрашается для бабушек, для дедушек. Просто было это, туда все согнано, если бы там размещался павильон, то там бы не было такого закутка, где бы разместился этот человек, который там спал. Если бы были бы некоторые, еще раз говорю, большинство предпринимателей добросовестные, мы ценим и будем дальше помогать. С учетом таких вот введений, которые я сказал. Но, к сожалению, есть такие факты, когда устанавливается это, и потом глаза закрываются на то, что вокруг находится. Вот яркий пример, что получилось там. И опять же ходят дети, люди, которые смотрят это все, опять же отражается вся эта обстановка негативная на нашем подрастающем поколении. Поэтому, что касается бабушек, дедушек, конечно, мы предусмотрим социальные, они будут сделаны, ну и будем советоваться, опять же, чтобы там был порядок. Ну это конечно, я просто помню, что...